Что такое толерантность? Толерантность – это отсутствие иммунитета. Это неспособность организма сопротивляться болезнетворным бактериям и микробам. Вот что такое толерантность в медицинском значении этого слова. Дорогие зрители, эфиры, школьная программа «Новости». Сегодня у нас в школе день толерантности. Как ты сказала? День толерантности. Что это такое? Давай спросим у наших учителей. Давай. Ольга Леонидовна. Да, Олеся. Скажите, пожалуйста, что такое толерантность? Толерантность – это доброе отношение к людям. Леонидовна Владимировна, скажите, пожалуйста, что такое толерантность? Мне бы вспомнить. Не знаю. Это хорошее отношение к людям другой национальности. Это дружба между детьми и взрослыми. Толерантность – это уважение друг друга, это терпение, взаимопонимание, доброта и любовь. Спасибо. Пожалуйста. Что такое толерантность? Толерантность – это хорошее и доброе отношение ко всем людям. Толерантность. Я думаю, что это люди всего мира должны друг друга любить, уважать, приглашать в гости, независимо от расы, цвета кожи и национальности. Вы согласны? Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, что такое толерантность? Толерантность? Какие вы трудные вопросы задаете? Толерантность – это равноправие всех людей. Спасибо. Пожалуйста. Толерантность – это, наверное, доброе отношение друг к другу. Все, спасибо. Что такое толерантность? Мир во всем мире. Спасибо. Толерантность – это терпимость людей по отношению друг к другу. Ну, вот и все. Терпение, терпение, еще раз терпение. Вот в этом заключается толерантность. Что такое толерантность? Ой, я не знаю. Толерантность это тут. Андрей Кейпо. Ну, Андрюш. Толерантность, Олеся, это терпимость. Дословный перевод этого слова это терпимость. В узком смысле этого слова это терпимость к поведению, к мнению, к образу жизни какого-то человека, а в широком смысле этого слова это терпимость к образу жизни других народов, к вероисповеданиям, к традициям других народов и так далее. Если брать людей, то для человека терпимость, наверное, это достаточно редкая черта. Что такое толерантность? Мама, ты моя родная, откуда я ее знаю? Что такое толерантность? Что это такое, Рита? Я не знаю таких новых слов. Что такое толерантность? Культура, что-то не я таких слов в первый раз слышу. Рита, ты знаешь, что такое толерантность? Нет, не дала. Толерантность – это, наверное, справедливость или, не знаю, терпение. Терпение, может быть. А может быть. Толерантность? Вы так врасплох меня застали. Но думаю, что это отношение разных народностей ко всем одинаково. Вход, что как бы независимо от национальности, все люди равны. Вот.
Скорбь и толерантность — это когда люди добры друг другу, уважают друг друга, уважают мнение других людей, ценят друг друга и терпимы друг к другу. Толерантность — это терпимость, терпение, уважение. Уважение к своим друзьям, товарищам, учителям, ученикам. Ну, мне кажется, толерантность – это уважение ко всем народам мира, дружба и любовь, равноправие. Толерантность – это значит, нужно уважать всех людей. Очень интересный вопрос. Толерантность – это очень такое емкое, большое слово. Оно означает то, что люди должны любить друг друга, уважать друг друга, относиться с пониманием друг к другу. Добры друг другу, помогают друг другу, сочувствуют друг другу, делают хорошие поступки для друг друга. Толерантность – это умение общаться с людьми разных возможностей, разных национальностей, умение относиться к ним по-доброму. То есть общение с любым человеком, который не такой, как ты, другой человек, и принимать каждого человека такой, какой он есть. Достал ты меня, понимаешь, достал! Родителей в школу, в конце концов, директору, я не знаю куда, ну куда-нибудь, ну не знаю. Все, я не хочу тебя видеть. Два. Нет, кол. Нет, ноль. Где дневник? Простите, пожалуйста, что такое толерантность? Вы видите, у меня урок идет, урок! Я даже не знаю, что. У меня урок. Понимаете? Теперь вышли и закрыли дверь с той стороны. Именно с той. Камера не снимать. Микрофон мне не давать. Все. Во время урока все должны учиться. Камера хватит снимать. Я уже сказал, нет. Вот это был пример нетолерантного отношения к школьной прессе. Вот так вот. Закончил, делом своим закрыл. В моем я татарская Камча, до Днепр казацких жил. Я потомок стрелы Мамая, я наследник оселеца. Национальности стою, корыт Бог с моего лица. Эй, россияне, татары, чуваши, евреи, кумыки, что нам рядится, когда наши степи свободой омыты? Хватит на всех весеннего солнца, озимого хлеба. На всех одно время. Бедовая память да синее небо. Я из битвы рожден кровавой, расстоянием между клинков. Был пожаром над дальней заставой, была степь от моих подков. Пела мне в бараке за Тарином интернационал Колыма. Между горцем сидел и волжанином, вместе с ними сходил с ума. Эй, россияне, войнахи, марийцы, венки, башкиры, что
что нам рядится, когда наша степь в пустынь до Пальмиры. Хватит на всех весеннего солнца, зимого хлеба. На всех одно время, бедовая память да синее небо. Куликовскую битву окончил, амбразуру собой закрыл. Стал я интеллигентней и тоньше, говорю, я родам Кызыл. Эту песню за дух россиянина я на ста языках спою. Выбираю инопланетянина президентом в нашу семью. Эй, россияне, славяне, лезгины, буряты, калмыки, что нам рядится, когда наши души дождями омыты? Хватит на всех весеннего солнца, зимого хлеба. Будда, Аллах, Иисус, все россияне на всех одни.